Итак, сейчас мы пойдем в теплицу собирать наши огурчики. Взяли ведро, одели рубаху, потому что они колючие. И, конечно же, перчатки. Перчатки я выписывала на Валберес. Сейчас еще выписала черные и розовые. Скоро придут. Так, что еще хотела сказать? Пойдем собирать. Если что, принесешь мне еще одно ведро, потому что огурцы там вот такие. О, что деретесь? Куры дерутся. Вот очень я неправильно сделала, что посадила вот здесь вот. Вот эти перцы. Сейчас тут вообще так густо все. Я вообще не знаю, что и куда. Вот никогда так не садите. Действительно. Это что такое? Сейчас вот формировать не знаешь как. Где вверх, где чего. Блин, с этими рыбалками тоже прозвездили. Прогуливали. Во. Видишь, что, куда он упалькал? Короче. Ай, сломался, блин. Перегнулся. Так. Собираем огурцы следующим образом. Каждому огурчику идет свой листочек. Правильно? Угу. Правильно. Чтобы не было загустения, срываем огурчик и листочек. Вот смотри. Видишь? Угу. Вот здесь еще есть огурчик, значит этот листочек оставляем. Здесь есть огурчик, значит листочек оставляем. Ой, выкину эти вот два огурчика. Он гуси съедят. И листочек им брошу. Такие огурцы у нас получились. Пока мы катались по озерам, по речкам и по морям, по океанам, как говорится, по лазурным бережкам, они у нас переросли. Ну ничего, сейчас нас ждет новая партия. Эти мы замалосолим. Я люблю большие огурцы, малосольные.